У настоящего поэта или писателя есть только одна дата – дата рождения. Настоящего поэта или писателя не забывают. 15 января исполнилось 228 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова. Во всех событиях, связанных с этим удивительным человеком, проглядывается загадочность. Кто такой Грибоедов, где истоки его уникального дарования? Александр Грибоедов – удивительный человек. Вот посмотрите на картину исторических известных людей города Бреста, их тут очень много, но среди них всех есть Грибоедов. Тысячелетие, памятник тысячелетия Руси. Среди 100 известных личностей за тысячу лет Руси есть имя Грибоедова. С Брестом Грибоедов связан очень тесно. Здесь он был с 1813 по 1816 год. В этом году исполняется 210 лет, как Грибоедов приехал на Брестскую землю. Здесь он написал свою первую статью, которая была опубликована в журнале «Вестник Европы». То есть здесь началась его литературная слава и жизненный, в общем-то, опыт. А к Грибоедову русское общество обращается с 2009 года, когда мы отмечали 900-летие города Бреста. Тогда мы решили, что и Пушкин, и Лермонтов, и Тургенев – прекрасные писатели. Но они здесь не были, здесь жил Грибоедов. И мы решили назвать улицу, одну из улиц именем этого замечательного человека. Для участия в мероприятии, посвященном дню рождения Грибоедова, были приглашены школьники 10 классов. Они уже успели ознакомиться с биографией и творчеством автора в рамках учебной программы. Однако на встрече подчеркнули для себя много нового и полезного. Музей, который находится в центре города, а я как человек, который недавно приехал в Брест, обратил внимание, что здесь всегда бывает очень много молодежи. И, наверное, это не случайно. Речь идет не только о каких-то плановых экскурсиях, но я вижу большой интерес со стороны просто молодых ребят к истории родного города, к истории в целом. Наверное, за этим стоит и работа соответственных городских структур, но то, что интерес существует, то, что в музеях бывает очень много посетителей, школьников, конечно, я на это обращаю внимание и хотел бы, чтобы это все продолжалось. Как говорят, дело живет в веках, и молодые спустя 200 лет знают каждую, пожалуй, строчку Грибоедова. Мероприятие, приуроченное к 228-летию Александра Грибоедова, стало поводом еще раз обратиться к русской классике, вспомнить дворянские традиции, окунуться в историю. Для многих пришедших гостей встреча еще дала возможность открыть для себя с новой стороны такого великого писателя, как мастера слова Александра Сергеевича Грибоедова.